Немецкий эсминец, который базировался в норвежских водах, подорвал себя ракетой. Она не вышла из пусковой установки и сдетонировала прямо на борту. Два члена экипажа ранены. В последние годы вооруженные силы Германии переживают не лучшие времена. В конце прошлого года стало известно, что все 6 подводных лодок немецкого флота недееспособны. 4, потому что еще обслуживаются на верфях, а остальные 2 ожидают ремонта.